Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Silent Hill. Мы находимся в госпитале Алхимила. У нас все плохо, потому что вы видите, на стенах просто какое-то непотребство. Кругом монстры, страшная музыка, и я не знаю, что делать. Но, по крайней мере, пока есть куча мест, куда можно пойти. Мы находимся на третьем этаже альтернативной версии этого самого госпиталя. Мы были только что в палате, где есть видеомагнитофон. Видимо, в будущем мы на нем что-то проиграем. Так, ну а сейчас нам нужно к лифту, похоже, потому что по лестнице... Подождите, что по лестнице? По лестнице я пришел на этот этаж с четвертого этажа, который на самом деле нет. В здании всего три этажа, но игра посчитала иначе. И мы ходили по четвертому этажу, параллельно реальность. И именно оттуда мы вышли в изнанку этого места. Это все очень плохо. Это просто кошмар какой-то. Так, второй этаж. Еще есть? Есть. Ненавижу этих тварей. Но, по крайней мере, патронов дают в избытке. Хорошо, Гарри заматерил, валит налево-направо, как заправский ковбой. Ну и что, давайте осматриваться. Что это? Какой-то список, ничего интересного. Хорошо. Так, мы находимся около 204-й, да. И начинаем по очереди все это шерстить. Какого хрена? Что это за пакость? И что с того делать? Там очередная пластинка, мы их собираем, я пока не знаю для чего, но для чего-то собираем. Может быть, неизвестной жидкостью. Хорошо. Так, болванчик. Отлично. Что за болванчик? Так, ну, в принципе, вот и кровь пригодилась. Фу, что-то я как-то не люблю такие вещи, щупальца всякие. Хорошо. Вы знаете, на самом деле, меня гораздо больше пугал обычный алхимический госпиталь. Именно вот это вот огромное пустое здание с этими зевами окон. Здесь как-то просто ты видишь, что... Ух ты, это что, зипа что ли? Да. То есть ты просто сразу видишь, что тут все плохо, и поэтому как-то соответствующего ждешь. А там вроде как мирно, просто пусто, но при этом временами такие звуки начинают. Кто-то рычит, там кто-то ревет. Это было гораздо страшнее, на мой взгляд. Так, туалеты. Джентльменский. Закрыт. Мадамский. Отнюдь. Так. Закрыто. Список смерти. Тереза Файндли, Хьюго Уайт, Стивен Лордс, Альберт Морган, Роберт Брикс. Что за цифры? Это возраст, может быть? Хорошо, запомним, что у нас тут такая табличка есть. Ну, цифры, конечно же, не запомню я, потому что ночь уставшая, как обычно. Если что, потом с карандашиком надо будет переписать.
Оно определенно пригодится где-то, верно? Облака плывут над холмом, чистое небо в солнечный день, мандарины горькие на вкус, счастливый четырехлистный клевер, фиалки в саду за окном, одуванчики на обочине тропинки, неизбежная пора ложиться спать, жидкость текущая из перерезанных вен. Что это было? Так, у меня три есть. Так, возможно. Ой, я чувствую, с этой головоломкой припарюсь. Так, отсюда нельзя вынуть пластинку. Хорошо, это мы вынем и пока пойдем отсюда, потому что у нас все равно не 4, так что что толку голову ломать. Сначала найдем четвертую, потом сюда вернемся. Но, в общем, место, судя по всему, крайне непростое. Потому что я совершенно как-то пока не понял, никакой зацепки у меня не было. А, так, все, мы, получается, дальше не попадаем. Ну, хорошо, пойдем на первый этаж. Только там что-то осталось. Ну, с этими щупальцами, конечно, да, был момент. Где? Где? Ну, давай. Доктор? Какая прелесть. Ой, блин. Я не хочу уж. Меня передергивает. Меня давно не передергивал в играх. А сейчас прям как этот. Через каждые 10 секунд. Говорят, что когда передергивают, вот такой вот спазм, это значит, хочешь писить. Я вроде не хочу. Но сейчас меня точно доведут уже, блин, елки-палки. Не знаю, я в следующий раз сяду играть не днем, потому что ночью, блин, что-то слишком как-то. Ой, жуть. Ой. Падай, падай, падай. Так, где-то рядом кто-то еще есть. Ой, опять передернул. Зачем? Порке. Доктора посерьезнее заметил. Не? Не знаю, вот так в принципе голова понимает, что по сути особо страшного-то ничего и нет. Но это, похоже, просто вот из детства уже воспоминания. Я не могу спокойно на этих тварей смотреть. Тогда я их очень боялся. Видимо, это врезалось мне в память. Ничего необычного, кроме того, что тут все очень необычно в этой комнате, как и в этом здании в целом. Так, хорошо. Смотровой кабинет. Черт. За дверью слышны какие-то звуки. Подожди, а мы сможем обойти? Нет, не сможем. Мне послышалось, что там каблучки чьи-то цокали. Может, это Шерил? Так, хорошо, приятное место. Блин, я путаться начинаю уже просто. Был я тут, не был. Склад.
Да, приятное место. На складе прям шаром покати. Нет вообще ничего. Тихо. Что ты делаешь с моими нервами? Все будет хорошо. Мы выберемся отсюда. И все у нас будет как надо. Так. Что это? А, я подумал, это можно взять в качестве оружия драки. Но, похоже, нет. В ящиках стола нет ничего, что могло бы мне помочь. Гарри, я хочу, чтобы ты взял вот это то, что на столе лежит. Япона мать. Так, ладно. Не поддается. Пока что мы живы, а это самое главное. Где? Сволота. Я медсестр не так боюсь, как докторов. Не знаю, вот почему-то эти голоса, они меня беспокоят. Тут что-то есть, что ли? Вроде нет. Отлично, настойка пригодится. Канистра с бензином, помните, мы ее искали для отбойного молотка? Ее можно, оказывается, взять, мне сказал знакомый. Так, тупик, что ли? Только при повторном прохождении. Смысла я в этом не вижу. Зачем тогда ее было вообще давать? Ну, типа секретика, значит, такого. Ну, странно это все, по-моему. Так, кабинет директора. В прошлый раз мы здесь нашли какую-то разбитую банку с непонятной жидкостью. Нахапали ее. Королева. Так, все, 4 у нас похоже, да? Не, на самом деле ничего не было. Вам послышалось. В дверь никто только что не долбил с той стороны. Так. Все, тут ничего больше. Точно. Хорошо, нам остается только вернуться на второй этаж и там решить эту головоломку, похоже. Хотя здесь есть еще вон спуск вниз и закрытая дверь в смотровой кабинет. По-моему, умер. Порешетили его. Так, ладно. Так, что-то я совершенно наугад нажал и получил 2 настойки. Неплохо. 3? Офигеть. Неплохо. Так, ну лифт, я думаю... Подожди, тут у нас... Лестница же была. В подвал. Ой, в подвал. Мне в обычном-то подвале было очень страшно. А здесь альтернативный, изнаночный. Здесь, я думаю, вообще будет прекрасно просто.
Так, ну, звуки приятные. Иди сюда, стерва. Хорошо. Так, опять горло пересохло. Ладно, отлично. Так, подожди, отсюда же я пришел. Да, точно. И в этой альтернативной версии морг, конечно же, будет открыт. Но пока что полазим по всяким генераторным. Что? Что за записка? Генератор включен. Я записку хочу прочитать. Или что это? Да, не читается совершенно. Ух ты. Ну-ка. Я, конечно, пока не вижу смысла, пока у нас такое количество патронов, драться оружием ближнего боя. Попробуем что. Так, хорошо. Не поддается. Здесь у нас, по-моему, склад в соседней двери морг. Да. Хорошо. Нашим легче. Так, ребята, подождите. Мне нужно. Не очень удачно я так взял. А, слезь. Хорошо. Ненавижу этих гадов. Так, ладно. Очень неудачно. Тут, в принципе, с пистолетом-то тяжело было бы справиться. На койке лежит труп. У меня нет желания его осматривать. Но ты его, тем не менее, осматриваешь. Хорошо, Гарри. Так, больше по этой стороне ничего. Здесь у нас... ампула. Ну, ладно. Ничего прям хорошего я тут не увидел. Стоило ли тратить столько патронов ради ампулы, я не знаю. Ну, хорошо. Пусть будет так. В общем, здесь у нас в морге какая-то закрытая дверь. Сейчас нам нужно на второй этаж. Лифт такой с железными дверями. Ну, хорошо, поехали. Подожди, а получается, мы же тут не были еще. Да, это крыло у нас было закрыто. Вот, отлично. Так, ладно. Да, блин, что ж такое? Жаль. С третьим, я так понимаю, такая же будет история. Ну да, попробуем, чего ж. Так, смотрим. А, здесь мы все исходили, понятно. Интересно, где у нас видеокассета вообще? Ладно, давайте мы отсюда сейчас пройдем. Сохранимся, кстати говоря. Вроде больше никого пока не набежало. Ну да.
Я был благодарен вообще, если бы они вырубили эту музыку, потому что она шатает мои нервы. Так, вот телевизор. Что же нам сюда засунуть? Скорее всего, там, где мы головоломку решим, будет кассета какая-то и ключики. Так, хорошо. Оно тут? А, блин, что-то я уже начинаю втыкать. Нужно по лестнице спуститься. Идем ниже. И где-то вот здесь. Так, давайте еще раз попробуем понять. Тереза Файнли, Хьюго Уайт, Альберта Морган. И слышите посторонние звуки. Это какие-то козлы ездят на тракторах ближе к ночи за окошком. Вот. Человек-сосед, он не только в квартирах, но и на улице. Кругом. Так, прочитаем еще раз эту занимательную историю. Облака плывут над холмом. Чистое небо в солнечный день. Мандарины горькие на вкус. Счастливый четырехлистный клевер. Финалки в саду. Так, секунду, я закрою окно. Так, теперь одуванчики на обочине тропинки, и неизбежная пора ложиться спать. Жидкость, текущая из перерезанных вен. Какого черта это вообще? Как это может быть подсказкой к чему-то? Так, у нас 4 отверстия. 4 квадратных углубления. Ну что, давайте решать. У нас есть 4 пластинки. Это вот для чего интересно вообще? Видимо, потом. Так, королева, болванчик, черепаха, кот. Черепаха. Ну, допустим, сюда. Не знаю. Абсолютно рандом. Я вообще никаких зацепок не имею, честно говоря, по этой головоломке. Поэтому париться, похоже, будем долго. Так, ну, давай шляпник. Зачем они шляпника как болванчика перевели, я, конечно, не знаю. Ну, ладно. Я не хочу вернуть пластинки. Я хочу их вставить все полностью. Так. Королева, допустим. Окей. Вообще никаких идей. Так, получается. Черепаха, болванчик, королева, кот. Да. Так, мой мозг. Давайте пробовать, чё уж.
делаю. Ну и допустим, так. Окей. Хорошо. Не сказать, что мой мозг сильно высушен, потому что, ну, как у меня бывает, рандомные комбинации подбираются довольно быстро. С птичками, скажем, я гораздо дольше боролся. Падаю уже, ну. А знаете, я уже начинаю. Она живая там еще, что ли? Я уже начинаю привыкать к этим медсестрам. То есть, если поначалу там меня аж передергивало от них, то сейчас просто тупо валим. Теперь открыто. Круто. Так, что мы тут имеем? Предоперационное. Давайте заглянем. Да ты сволочь ты, ну. Так, что со здоровьем? Да давай уже. Хорош. Раз, два, три. 4, 5, 6. Ты упадешь уже, нет? Все, готово. Ну, по этой палате видно, да, что она предоперационная. Офигеть. И отсюда прямо в операционную. Хорошо. Так, я думаю, нам нужно перезарядиться, потому что... Ой, зачем я убрал? Ну, хотя вот так вот давайте. Посмотрим. Готово. Так, и вот оно. Здесь у нас ключ от подвального склада. Понятно. Подвальный склад. Это хорошо. Там, я думаю, мы найдем то, что нам нужно. Блин, только что там были, главное. Ладно, уж черт с ним. Сейчас, скорее всего, мы найдем где-то здесь, или все-таки в подвальном складу, или складе. Смотри, что он делает. Фух, хорошо. Такое ощущение, что в этом ящике будто пасть какая-то. Ну, конечно, глупо. Так, что это? Спирт для дезинфекции. Понятно. Зачем он нам? Ну и, в принципе, все похоже. Последние дверки, надеюсь, мы сейчас откроем это. Да, отлично. Теперь можно будет срезать. Пусто. Не, на самом деле, меня обычный алхимический госпиталь пугал гораздо сильнее, чем вот этот вот изнаночный. Я уже говорил, по каким причинам. Там именно какая-то атмосфера была совершенно другая. А здесь, ну, слишком хоррорно. Такого мы привыкли уже видеть. Насчет этого я уже закаленный. Ну, ладно. Зато здесь интересно. Головоломка, правда, я так и не понял, как я решил. Но, по крайней мере, решили, ладно. Давайте сохраняться, наверное, в следующей серии. Так, и там вообще нет. А где у нас была сохраняшка? На третьем? Точно.
Короче говоря, в следующей серии пойдем в подвал, посмотрим, что нам там припасли, от чего мы там взяли ключ, и посмотрим. Потом где-то у нас еще на первом, по-моему, этаже кто-то заперся там. Нужно будет открыть. Фу, хорошо. Так. Ну, в общем, увидимся. Надеемся, вам понравилось. По-моему, было достаточно прикольно. Я чувствую, скоро мы выберемся уже из этого места, потому что, когда мы получили изнаночную версию школы, мы там пробыли еще примерно полчаса. Так что, я думаю, здесь примерно так же будет. Увидимся. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.